Всем привет! Рад вас видеть. Начинаем вебинар «Любовь». Подразумевается любовь безусловная, та самая любовь. Любовь, назовем так, человеческая и влюбленность. Я хочу здесь начать свое предисловие вот с чего. Во-первых, я предполагаю, что основные слушатели знакомы с другими моими материалами, с предыдущим вебинаром «Любовь». И прежде всего те, кто были на СТО, потому что сразу подразумеваю, что вы уже понимаете, о чем идет речь. Но, тем не менее, я понимаю, что могут быть люди, которые впервые здесь находятся. Для этих людей я буду делать определенные ремарки и упрощения, чтобы материал был принят достаточно легко. Итак, вижу приветствие всем. Первое, с чего я хочу начать, вот что. Еще в детстве я видел постоянно сны, после которых просыпался, ну, скажем так, в состоянии аффекта, шока, сны о любви, которые я не воспринимал, не наблюдал, назовем так, в окружающем мире. Такие эффекты продолжались, ну, неделями, когда ты ходишь, это все в себе носишь, это восприятие, не можешь никому это передать, то есть в лучшем случае написать стихи какие-то. Опять же, сам их перечитывал. Чуть позже, эти состояния усиливались, и сны становились больше, больше, ярче, и они уже были безотносительны к чему-либо, пока одним из ключевым был такой сон, после которого, точнее так, эффект, когда ты просыпаешься и как будто смотришь на солнце, знаете, полуденное солнце, ты на него смотришь, вот как эффект, да, слепит яркость. То есть настолько яркое солнце, что невозможно смотреть, слезы текут из глаз. Так вот, вот это состояние находилось здесь. Состояние любви. То есть я имею в виду, представьте себе солнце, которое вот здесь находится. И вы, то есть вот, когда ты испытываешь вот некую такую неземную любовь, яркий, сильный свет, яркую мощность, и она настолько мощная, что слезы выступают из глаз, невозможно это удержать в себе. Мир становится прозрачный, то есть как будто видишь воздух, все искрится. Вот это состояние, тогда, когда я это осознал, что это действительно вот то самое состояние любви, то самое безусловное, тогда я мог понимать уже, какая есть разница с тем, что мы как люди испытываем к другому человеку, или когда мы говорим, я там, извините, люблю мороженое, да, или там собаку, кошку, люблю путешествовать. Слово «любовь» мы используем. Все вот эта вот мощность, которая изначально есть, все остальное это просто какие-то градации. И здесь я хочу сказать, что люди чаще всего не ощущают любовь, когда она есть, просто хорошо. Зато, когда уходит любимый человек или, назовем так, любимое существо, вот та боль ощущается. А когда это было, это казалось достаточно гладким. И вот, вступление я закончил. Сейчас я хочу донести, во-первых, да, чем является безусловная любовь, то есть любовь с большой буквы. Дальше. Когда это будет более-менее разложено, мы можем тогда уже говорить о том, как это нечто большое образует то самое любовь, которая человеческая в жизни находится, влюбленность и же с ними. Начну я вот с чего. С
Смотрите, есть, когда мы смотрим на какую-то структуру, в данном случае я говорю, это свитер. Мы смотрим на структуру, и обычно то, что называют люди любовью, они видят не свитер, а видят рисунок. То есть они говорят, я вижу там елочки, я вижу там какие-то гирлянды, я вижу каких-то оленей. Все, что вот мы знаем про любовь, обычно, это все рассказывается про оленей, дедушки в сане, эти все Ромео и Джульетты, эти все принцы на белых конях, жеребцах, эти все драконы, принцессы в башнях. Это все узор. Узор, и я хочу сегодня, чтобы вы понимали, сейчас мы возьмем саму структуру. То есть, что это такое за объект, и узор вторичен, мы к нему подойдем позже. Чтобы это было осознанно, я сразу сходу хочу дать такое определение, и я ставлю здесь звездочку с тем, что это определение условное для этого вебинара. Итак, любовь – это процесс падения вверх. Вот английское «fall in love» – падать в любовь. Но в нашем случае падение вверх. Я хочу сказать, что вот сейчас материал, который будет дальше идти, вы хочу, чтобы вы почувствовали, что это процесс, именно процесс. Это именно падение, и это именно вверх. Обычно впадают вниз. Все вот это сейчас мы начинаем разбирать. Итак, для того, чтобы начинать с момента процесса и почему это именно вверх и падение, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что когда мы говорим о каком-то движении, человек подразумевает, что некое движение – это где-то есть начало этого движения. Хотя на самом деле мы не двигаемся, знаете, вот он уехал, я еду в Париж. Вы понимаете, что сейчас человек находится туда. То есть Париж как бы притягивает. Когда мы говорим, что я уехал откуда-то, то нас как бы и нет. Чтобы это ярче понять, вот желудь, да, или семя, мы говорим, ну это желудь. На самом деле он как желудь не имеет смысла, пока он не включает в себя потенциальное дерево. То есть некое дерево в будущем из желудя вытянет, раскроет его. Нет дерева в будущем, этот желудь мертв. Вселенная создавалась из будущего. Каким образом? Опять же, это всегда условно. Условно не просто будущее во времени, а то, что есть. То есть считается, там, допустим, инфляционная теория создания Вселенной, там, теория Большого Взрыва, они похожи, но не суть важна. Идея в чем, что как бы там ученые не крутились, не бухтились, у них выглядит так, что какой-то хаос сам по себе куда-то двигался, и потом вдруг упорядочился вот до того, что мы видим. До сознания, до элементов, хотя хаос должен только распадаться. Почему эта структура цельная? Потому что идея Вселенной уже существовала в момент ее возникновения. То есть, да, это все существует одновременно, но вот сама Вселенная сегодняшняя создает сейчас свое начало. То есть, я хочу сказать, что процесс создается из будущего, а не из прошлого. То есть вначале вы должны создать нечто впереди, и только за ним, то есть процесс идет как бы втаскивание, не толкание, а втягивание. Это важный аспект, потому что если нет конечного пункта сразу, прямо сегодня, если его нет, значит нет движения. Это, если вы понимаете, тема любви. Тема любви вам показывает процесс, что это движение, которое впереди уже что-то создало для вас. И этот процесс, это процесс, когда вас туда втаскивает, втягивает. Падает не вверх или вниз.
Важно именно, что это не падение как под чем-то, это процесс, да, притяжения к чему-то. Хорошо. Теперь, если этот момент уловлен, следующий момент. Энергия, как мы обычно ее понимаем, вот знаете, чтобы что-то сделать, нужно приложить энергию. То же самое. Мысленно человек думает, воспринимает как выстрел, где-то порох взорвался, пуля полетела. То есть что-то должно сзади якобы толкнуть. На самом деле энергия тоже работает спереди, назовем так. То есть сама энергия притяжения создает движение. То есть прошлое ничего не создает. И вот даже тот момент, что в человеческом обществе, ну, в нашем современной цивилизации, энергия добывается, допустим, из дров, из огня, из какого-то топлива, что является на самом деле большой дикостью. Энергия в будущем будет, назовем так, из будущего, создаваться из ничего, то есть браться как раз как нечто, то, что втягивает. И вот стена, к примеру, да, она тоже является энергией потенциальной, потому что там, ну, это если кирпич, кирпич обожжен, вложенная энергия, слеплен из чего-то, и вот держат там цемент между собой, все это сцепливает, все это как бы держит, хотя выглядит статично. То есть я хочу сказать, что структура, которую вы создали с точки зрения физического мира в будущем, втаскивает нас туда. Сам процесс ощущения от вот этого движения, это является любовь. Теперь дальше будет больше понятно. Итак, да, верх, я обозначаю, почему верх, как высокие, в данном случае, контекст высоких вибраций. Любовь действует из будущего. Опять же, человеческий ум опирается на то, что любовь – это прошлое, хотя это всегда страдание. То есть, когда вы говорите о какой-то любви и подразумеваете, что я что-то там делал, что-то там создавал, кого-то встретил, и это прошлое, это уже на самом деле не процесс любви. Это уже вторичный процесс. Это сейчас важный аспект, позже будет это больше, больше, больше понятно, осознанно. Теперь, поскольку мы сейчас говорим об этом процессе, как о процессе, следующий момент – это момент отражения. Смотрите, когда мы смотрим в зеркало, те, кто был на последних СТО, я думаю, это вообще будет очень близко и понятно. На уровне ощущений уже, да, известно. Потому что мы это практиковали на занятиях, на заданиях. Вы смотрите в зеркало. Вот пока от вас, назовем так, до самого материала зеркала идет отражение, вы еще как бы контактируете со своей энергией. Но как только вы уже смотрите на отражение, то есть в зеркало пошли и начали смотреть, вот вы уже контактируете с прошлым. Вот процесс между вами и материалом зеркала, вот эта ваша энергия присутствует прямо сейчас, в этом месте. Что я хочу этим сказать и объяснить сейчас очень-очень просто. Смотрите, теперь к чему мы подходим. Я постоянно про Дао говорю, там про быков Дао, про вот эти 3 граммы. Это всегда воспринимается, ну не всегда, но часто не совсем понимается. Смотрите, вы как это легко понять сам процесс. Вот вы знаете о Дао, допустим, вы знаете, что есть какой-то Ян и есть какой-то Инь. Ян у нас мальчик, Инь у нас девочка. Ян там белая, это черная, Ян твердая, это мягкая, ну и текучая там. И вроде все понятно. А потом, какой же между ними контакт вообще-то? Какой они, что такое этот контакт? Так вот, суть этого контакта, именно Дао это описывает, что это суть контакта можно понять, вот появляется третья черточка, суть контакта можно понять только как 3 одновременно работающих фактора процесс, но никак не по отдельности каждый.
Я тут для сравнения говорю, что вот примерно как, знаете, это вот погоны полковника. Это не значит, что вот, кто не знает, майор — это одна звездочка. Это не значит, что на погонах полковника сфокусировано три майора. Нет, это один полковник. И здесь нету полковника плюс подполковника, это и майора. Здесь все-таки один полковник. То есть это понимается только вот в совокупности. То есть совокупность трех элементов понимает, вы можете воспроизвести процесс. То есть процесс отражения. Вы посылаете Вселенную, вы посылаете во Вселенную, кто я определение. Вселенная вам отвечает, вот ты кто. И вот этот вот процесс, само это движение является эффектом любви. Сейчас дальше больше будет именно вот этот процесс. Процесс. Дальше. Поэтому вот теперь, если вот вы представьте, что вы что-то впереди создали, это вас несет, вот как горка вот водная. Вы на нее прыгаете, вы не можете остановиться. Она будет по-любому вас нести. В лучшем случае вы будете цепляться за края, царапаться, как-то биться, но вас все равно будет нести. Это те эффекты, которые человек создает, но все равно его туда унесет. Дальше. Несет, как вы уже знаете, мы об этом говорили на других вебинарах, идея «все хорошо». Что это значит, я хочу теперь еще раз больше объяснить. Смотрите, любой сценарий, который вы не придумаете, он всегда будет опираться на «все хорошо». То есть, допустим, сценарий. А теперь нюансы. Вот у вас есть сценарий, мне хорошо, я, допустим, там хорошо и счастливо буду жить, вы что-то представляете, и у вас нет вариантов, кроме как все замечательно, эти варианты по умолчанию сбываются, по умолчанию это все создается, вы всегда в любви, в радости, и это даже шире, чем просто в любви, да, то есть все ваши желания практически мгновенно материализуются, вы просто собираете желания без всяких препятствий. Это именно создает течение. Теперь давайте возьмем как раз с точки зрения пример, откуда же берется. Допустим, вы говорите, все у нас хорошо, но если у меня что-то здесь не получится, я пойду в другое место. Что создается? Вы в этом самом, а вдруг не получится, создаете такой себе поворотик. Это раз уже вдруг не получится, значит, вы здесь заложили саму идею, что возможно другой вариант, чем хорошо. И вот вариант другой, в который тоже создается исключительно по принципу все хорошо, то есть в этом во втором варианте не так, но по-другому, но тоже все равно он именно создается как хорошо. Давайте сейчас я чуть в сторону возьму. Допустим, вы говорите, там желаете купить там зеленую машину, да, а потом покупаете красную. Или думаете, ну красная тоже ничего. То есть у вас есть один вариант и то, и второй. Ничего особо как бы не меняется, но два варианта уже начинают, если вы создавать некие два варианта вселенной. А теперь вот более интересный пример. У вас все хорошо. Допустим, у вас, допустим, гипотетически вы женщина, у вас есть любимый мужчина. И тут вы говорите, все у нас хорошо, но мне кажется, он мне изменяет. Вот сама эта идея, что вам кажется, вы создаете какой-то поток, какой, в котором вы хотите получить доказательство под названием «он мне точно изменяет». То есть, смотрите, для вот в этом месте создается очень любопытный аспект. Вам будет хорошо только тогда, когда вы получите доказательство измены вашего спутника. И вот когда вы получили доказательство, вы говорите, ой, как хорошо, я наконец-то узнала правду. То есть вы пока вот это структура ревности. То есть ревность создается. И она себя иссякнет только тогда, когда она будет реализована в точке именно вот довели до ручки все.
Только тогда вы сможете ее удовлетворить. Либо вы отказываетесь от этого, я не буду об этом думать, фокусироваться, мне это не интересует, тогда эта вероятность закрывается, и вы идете дальше. Другие вероятности тоже могут быть специфические. Вот вам хорошо сегодня, да, но вы сфокусировались на идее, допустим, давайте так, вы мужчина, вот вы с кем-то познакомились, и вы говорите, вот она мой идеал навеки. Все, вот я теперь вот сегодня я вот с ней познакомился здесь. Но вместо того, чтобы сейчас с ней там, допустим, что-то делать, проводить время, там, не знаю, заниматься своими делами, я начинаю выдумывать идеал, как я буду с ней, только с ней, и вот все никак не подходит. Таким образом, создается из момента сейчас определенная ветка с неким идеалом навеки. Там, где человек себе представляет, как вот, знаете, что такое идеал навеки. Вот подумайте. Идеал навеки, да? То есть предполагается, что да, вот вы там, к примеру, поженились, позанимались сексом, значит, наделали детей там или чего вам надо, настроили деревьев, насадили машины, ну, в общем, что-то, да, вот этот весь набор. И потом что у нас, как клятва? Вместе до гробовой доски. То есть вот что в этом идеале, на самом деле, социального? Получается так, что и вот вы такие под ручку гуляете, вам, допустим, там 94 года и 6 месяцев вы вместе, да? Гуляете под ручку, такие, о, время пришло. И такие с улыбочкой, вы такие, и упали оба. Все. И пришли, значит, ваши счастливые внуки, и вас говорят, вот смотрите, они улыбаются, потому что им хорошо, они идеал новенький, мы их похоронили, в одном месте закопали, и все. Все. Цель жизни. Но получается так, что люди, которые любят друг друга, они не обязательно умирают в один день. И вот здесь вот был такой, есть даже замечательный сериал про ведьм. Ну, про женщин, например. Вот. И там офигенная такая штука, извините за мой французский, когда ведьма выходит замуж за этого мужика. Она видела, что это человек, а тут такой, ну, мужик. Вот. И они дают клятву. Значит, это такое альтернативное будущее. Клянусь там, с тобой вместе прожить там 5 лет. Я говорю, жене говорю, слушай, какая классная клятва. Зачем тебе клясться до гробовой доски, да? То есть, как бы, только сидишь и ждешь. Как даже мы же умрем-то. Вместе или не вместе, да? 5 лет. Красота. То есть, смотрите, вы, допустим, хотите 6-й год прожить, вы все время как, вот, как нормальный, адекватный президент, я имею в виду страны адекватной какой-нибудь, да, он как бы спешит под свой избирательный срок что-то там наделать, построить, там как-то экономику поднять, потому что же выборы будут, да, через 5 лет. И вот тут тоже, да, вы живете и все время же выборы. Вдруг через 5 лет он чемодан собрал, утопал. Куда? То есть все в тонусе, все бодренькие такие, что мужчина, женщина, да, 5 лет, что у нас часики тикают. Да? И вот хорошо, у вас, допустим, вы шикарно прожили 5 лет, контракт выполнили, у вас есть, так сказать, переоценка. Оно не мое, не мое, да. Вот где красота, вот клятва должна. А теперь сужаем, да, 5 лет, там, 1 год, да, 1 месяц, 5 минут. И вот тогда, когда вы сможете вот это вот, а не до гробовой доски, не навеки, вот тогда у вас вот этот поток никак не выключится. Вот тогда мы говорим про действительную любовь. Хорошо. Теперь, вот эти все ответвления все равно так или иначе, да, создают вот некий вторичный идеал, куда я пойду, без него, с ним, а вдруг не он, а вдруг она, а вдруг он меня бросит, вдруг не бросит, вдруг завтра метеорит упадет, а вдруг наши дети родятся, вырастут, как в том анекдоте, пойдут купаться и утонут. Да? И вот эти все а вдруги создают разные. То есть хорошо, будут купаться, но не утонут, да, там, ну, водички хлебнут, ну и так далее. В общем, все варианты хорошо куда-то себя тянут. Теперь. Вот эти места раздвоения, расстроения, распятерения создают
А вот это самое ощущение боли. То есть, если вы отклоняетесь не сильно, не какую-то там ревность, да, а более-менее легко, вы на самом деле не так сильно ощущаете боль, но если вы уходите дальше, разрыв больше, 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 и вот эта боль возникает. Место возникновения боли. Почему? Потому что энергии расходятся, то есть воспринимаем как поток, который себя расщепил на разные энергии. То есть, смотрите, вот если так на это смотреть, вот если взять верхнюю, вот некое течение, да, вот такое русло идет, да, и вот здесь поток. И вот если вы вот до краев наполнены здесь сейчас, вы в могуществе, вы в любви, вы идете по самому наполненному варианту. Мы говорим, что вы ощущаете процесс, мы ощущаем процесс тотальной любви, и она у нас, вот когда она наполнена, она у нас скорее даже вот в ощущениях ближе к тому, что безусловно. То есть, ну, условность вообще не имеет отношения к человеку. Теперь, когда вы чуть-чуть поточек расплескали, да, то есть начали об всем думать, о том думать, вы с этого некого бескрайнего могущества опустились незаметно совершенно в человеческое восприятие любви. Ну, то есть мне хорошо с тобой там, вот. Или вот мои любимые креветочки я их сейчас покушаю, или пивко мое, да. То есть вот на этом уровне это, если мы говорили сейчас о общем состоянии, любовь как вообще к потоку, то здесь мы говорим уже, когда этот поток расплескивается, да, это начинаются человеческие эмоции. Чуть-чуть раскидали, да, это пошло уже радость, еще меньше, но все это любовь на самом деле. Радость, еще больше поток раскидали, воодушевление, еще больше раскидались надежды, сомнения, да, вниз, 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 апатия, тоска, там где-то депрессия. То есть где-то внизу вы уже жрете эту тыкву несчастную, противную, все ненавидите и ничего вам не надо, вы в дикой депрессии. То есть что это значит? Что потока любви, и то, что его нету, его в этой точке направленности, вот в этой мысли очень мало. То есть можно даже сказать, что вы в этом контексте, к примеру, сфокусировались не на вот этой части, а куда-то вот сильно повернули. И вы где-то вот просто мысль здесь. Не сам поток исчез, а мысль здесь, и вы на этом сфокусированы. Когда вот, то есть возвращаешься мыслью в другое место, и поток, как ни в чем не бывало, появляется, все по-прежнему люблю пиво, креветки, все красота, все замечательно, ну это на этом где-то, да, здесь мы уже мир любим, людей, все. Да, и сила эмоций, с которой можно переживать и тоску, и апатию, и раздражение, да, это все скорость потока. Вот если как поток, да, то есть секундочку, мы говорим о потоке, да, с какой скоростью нас втягивает, тянет. Одно дело я, допустим, радуюсь, другое дело я сильно радуюсь, да. Это значит, что поток мощный, то есть сила потока означает, что скорость материализации, ну то есть сила эмоций в этом конкретном направлении высокая. То есть к вам оно приходит быстрее. Соответственно, если кто-то там, естественно, не я, а какой-то неправильный человек в тоске, в депрессии, да, и она у него очень сильная, она у него очень, значит, он с такой же силой притягивает какую-то гадость с этой мощностью. Если он из этого состояния выйдет на высокую вибрацию по этой теме, то у него же будет сильное притягивание положительного в этой теме. То, что я называл джекпотом в прошлом бесплатном вебинаре, открытом про отношения. Хорошо. Теперь. И вот смотрите, теперь, когда мы перешли аккуратненько с абсолютного без... Вот до этого мы же говорили вообще просто о том, что любовь не относится к какому-то человеку, к какому-то объекту в самом широком понятии, безусловное, которое я говорил вначале, просто разрывает от счастья. Да? И когда мы вот на этих диапазонах накладываем свои отношения на кого-то,
мы уже начинаем говорить о обусловленности, то есть связываем любовь с кем-то. Чтобы эту тему грокнуть, давайте посмотрим, находится ли в ком-то другом, вот попробуйте ответить, да, для себя или здесь, находится ли любовь в другом человеке. То есть, вот вы, особенно кто там страдает по каким-то любовным отношениям, по я имею в виду, там разлука случилась у кого-то, не будем имен называть по просьбе телезрителей. И вот, допустим, но где любовь, да? Вот был человек и ускакал, да, и как бы утащил ее с собой. Или это все-таки к вам относится? Вот подумайте, да? Ко мне это относится или к другому? И вот если мы сейчас спроецируем ситуацию, да, вот немножко раскроем ее, представьте себе, ну, пока вот пишут, что нет, во мне, хорошо. Теперь, смотрите, давайте, давайте вот спроецируем на некого ребенка ситуацию, да? Я имею в виду не на ребенка, а о ребенке. То есть вы говорите, мой ребенок, я его люблю. Это часто люди так говорят. А здесь на чужой ребенок, ты, иди ты там, какая мне разница. Сунь пальцы в розетку и что там тебя родители твои тупые, они же идиоты, да, научили, вот и занимайся. И вот представьте себе, вы, допустим, не знаю, мамаша, папаша, да, где-то в командировке, куда-то там возвращаетесь, да, где-то там идете, там где-то дети играют, у вас ребенок. И вы смотрите, какое-то там чмо захудалое лежит там, сидит в грязюке, лепит эти из грязи пирожки, бросается других детей, ругается. Вы говорите, боже, какое невоспитанное гомно, да? Гомнище, я бы сказал. Вот. Что у него за родители? И родители у него негодяи, мерзавцы. И сам ребенок противный, мерзкий. И тут ваша там, не знаю, подруга, да, там кто-то с вами идет, говорит, подожди, это ж твой. Ой, деточка, эти сволочи, наверное, тебя обидели, да? Божечки ты мой, какой же хороший ребеночек мой любименький, какое же счастье. Смотрите, как раз так прилепилась туда любовь. А те сразу такие дети подлые обижают вашего ребенка. Там смотри, как криво смотрит, грязь на него не так легла. Ой, все по-другому, да, все сразу вот это. Вы-то здесь, да, и вот дитё там, да, и так раз все поменялось. И потом тут же вам говорят, а, не-не, это не твой, не твой, не твой. Это там соседские, там, какой-то там, алкашей соседских. Твой вон он там возле гаражей курит. Вы такие, фу, это соседская алкашная алкашня тут сидит. Мой курит возле гаража. Боже, какой мой хороший ребеночек. Как он правильно курит. Как он держит сигарету элегантно. Как у него колечки выходят из ротика. Боже, это какой у меня замечательный ребеночек. И вы так к нему, значит, пропорхали, да? И вот так вот любовь тын-тын-тын-тын, как бы прыгает от ребенка к ребенку, да? От вас. А ребенок, что там никого не трогал, что тот курит себя, никого не трогал, да, все счастливо живут. И только вы вот со своей, так сказать, мое, не мое, мое, не мое, мечтесь. Я вот, если вы этот ощущаете, да, вот этот вот мое, не мое, вы хорошо можете ощущать, что действительно, а любовь-то, она вот к человеку, я имею в виду, да, она вот она где. Человек сам по себе, а мое вот это само по себе. А эфир сохранится. Сохранится зефир. А эфир, он эфирный. Ладно. Шутка. Конечно, сохранится, наверное. Дай бог YouTube, перекрестим YouTube и все, или перезвездим. И все, он сохранит. Поехали дальше. Теперь. Соответственно, вы понимаете, что то, как вы или чем вы наделили объект, да, тот объект как бы не сам таскает, а ваше о нем восприятие в себе носит.
А объект в принципе-то и ни при чем. Если мы честны сами с собой, то мы это понимаем. Дальше. И вот, смотрите, я хочу показать теперь это на уровне вибрационного аспекта. То есть, когда мы накладываем вот это вот мой ребенок, не мой ребенок, мы некий код любовный, мое, не мое, накладываем на что-то, на человека, там, на мужчину, женщину, да, на ребенка там, и так далее. И если персона другая накладывает такой же код на вас, в определенном месте времени у вас возникает взаимное, назовем так, ощущение влюбленности. Влюбленность как таковая возникает, потому что два кода наложены друг на друга, то есть две области. То есть, я не помню, ну, скажу сейчас, сам код образуется очень просто. То есть ваше состояние мне хорошо, другого человека состояние мне хорошо в этом месте. Причем оно не обязательно с вами связано. Просто вам, вот вы сидите с кем-то, сидите на колокольне, да, и там на прохожих, да, и другой сел. И вот смотри, как классно проводим время. Да, и вам так хорошо с этим человеком. Он, смотри, как отлично, он плюнул тетеньке на парик, да, а я вам уже кучно, да. И потом, значит, то есть вам в этом месте хорошо. И вы думаете, смотри, как он классно или она плюется, да, вообще такой плевок симпатичный. Вообще. Вот это место, да, солнышко вам светит, да, вы ничего как бы не хотите, ну, какого-то дополнительного вот этого человека, но вам вот эта кодировка сошлась, ты с пазлом. И потом, когда вы разошлись, слезли с этой колокольни, вы не с человеком общаетесь, а с колокольней, где вам было хорошо вот в этот момент. То есть вот код создался, вы к нему постоянно, память возвращается. Но почему я говорил выше, да, о чем? Что любовь настоящая, она из будущего работает. Возвращение к коду на самом деле это возвращение к прошлому и по умолчанию уже имеет в себе очень серьезные недостатки. Но это момент образования вот контакта как такового. Теперь, смотрите, то, что мы на отношениях раньше разбирали, и на вот это уже на СТО больше, глубже, и даже вот на семинаре, который мы в Киеве, помните музыка, помните ваша мелодия, вы мелодия, вы внутри. То есть на вибрационном уровне вы звучите. То есть это как звук идет от вас. И в данной конкретной ситуации некий звук может обостриться, потому что вам хорошо, идет ваша нота. И нота другого человека может обостриться. То есть если ему хорошо. И вас, между вами возникает некое эхо, которое вот и является вот этим процессом, где между вами просачивается вот та самая безусловная любовь вот в этом конкретном диапазоне. Если диапазон достаточно узкий, если у вас 2-3 момента, которые связывают с каким-то человеком, и вы все время в памяти к этим моментам возвращаетесь, это вот очень говорит о том, что это, назовем так, яйцо достаточно узкое. Если это проходит через разные аспекты, и вам и там хорошо, и на колокольне, и под колокольней, и, извините, в туалете вам хорошо, и кто-то блюет, вы его за волосы держите хорошо, и вы плаваете вам хорошо, на машине ездите, и на корабле, и так далее, и тому подобное. Вот это все структура больше становится. И тогда мы уже говорим о каких-то более серьезных отношениях. И когда мы говорим о более серьезных отношениях, мы говорим, что вот это эхо, да, оно достаточно сблизилось, оно широкое стало. И когда тогда говорят, как муж и жена одна сатана. Потому что со стороны вы выглядите как нечто единое для окружающих. Здесь я хочу чуть-чуть, я не знаю, получится у меня или нет, хочу, вот, чтобы вы представили это на уровне, как вы играете именно, а вы звучите, да,
и потом присоединяется к вам звук другого, и как это все со стороны как одно звучит. Сейчас я попробую это воспроизвести вот на этом примере. Убираю звук. Так, накладочка небольшая со звуком. Но я надеюсь, меня было хорошо слышно и музыку, но как бы там ни было. Итак, что я хотел передать музыкальным фрагментом? Вот вибрационная. Ага. Куда-то что-то улетело. Ну ладно. Ну хорошо. Значит, если не получилось мне воспроизвести Вивальди, ничего не было слышно. Ладно. Хорошо. Значит, не нужно было. Логика какая? В данном случае музыка предполагает, что играет скрипка, играет оркестр. Соло, оркестр. И вот не то, чтобы я здесь хотел передать вот какую музыку, вот какой смысл. Что не... Что такое одно, да, единое. Вы все равно играете на своем инструменте. Другой человек все равно на своем инструменте играет. И вы не создаете ему своим инструментом его реальность, назовем так. Вы создаете некий фон, на котором он звучит, либо не звучит. И другой создает вам фон, на котором вы звучите, либо не звучите. Вот это так примерно вибрационно выглядит, что звук все равно ваш, инструмент все равно ваш. И ваше взаимоотношение с оркестром – это вот момент унисона. Вы его создали, и тогда начинается взаимное расширение. И это называется уже теперь как раз два в одном. Это некое третье возникает, которое вас вдвоем вибрирует. И тогда вы уже совместно, назовем так, излучаете для окружающих общий фон. Так, теперь. Это по-прежнему говорит о чем? О том, что все равно у вас есть свой код, у другого человека тоже свой код. Они разные. Не обязательно, что если вы добры, то у вас там муж или жена добры. Вот как в моем случае. Я точно добрый, да, а вот с женой тут такое дело. Если вы хороший человек, да, там, условно говоря, не факт, что ваша жена тоже хороший человек. Она может быть злой, да, вредной, да, а вы прекрасный, замечательный, ласковый, но каким-то вот именно потому, что у другого человека свой код, свое вибрирование, но между вами, если происходит вот этот вот музыкальный лад, назовем так, вибрационный, тогда это все срастается. Теперь, но опять же, да, сейчас мы говорим о взаимоотношениях между людьми с разными кодами, которые
Если они слились в один, они стали одним кодом. Это когда вы уже слились. Но во всяких случаях в приоритете у вас все равно будет своя кодировка. Вроде того, что мне нравятся там, не знаю, блондинки-брюнетки, там ему нравятся, там, не знаю, какие там бывают. Ну, в общем, вот эти все выдуманные штуки социальные, они всегда где-то могут фигурировать, и человек может к ним так иначе возвращаться. Теперь, смотрите, активировать код легко, будучи любовью. Об этом я говорил на вебинаре «Любовь» конкретно, да, что такое быть любовью. И здесь я только хочу вот что сказать. Тоже с музыкой чуть не получается, и я не буду другой эксперимент запускать. Вот концерт, знаете, когда в что такое быть любовью, я хочу вот упрощенно рассказать. Концерт рок-звезда, приходят зрители, да, там выступает рок-звезда, и я вам рекомендую сразу, вот что такое быть любовью. Фредди Меркьюри, концерт Уэмбли, посмотрите его выход на сцену. Это просто надо видеть. То есть, что происходит? Человек транслирует из себя счастье, транслирует, отправляет его в зал, вот всем движением, поведением, все. И зал в ответ, поскольку человек становится любовью, он просто как проводник работает, просто. И он от ответного расширяется, и все больше и больше сам начинает мощнее и мощнее выступать. То есть в этот момент, когда он выступает, его любят все, обожают все. Ну, то есть те, кто там вообще влюбляется там, в экстазе, это понятно. Но это то, что создает такой дикий магнетизм, проходящий через вас, что вообще невозможно это остановить. И это состояние создает любовь. Причем невозможно... Неважно, как вы выглядите, да, там, сколько вам лет, что вы там о себе. Если вы транслируете, все, вы рок-звезда, вас обожают. Как бы вы ни увидели. Почему я сейчас об этом говорю? Мы сейчас даже говорим о чем? Вот это движение, да, это с одной стороны соприкосновение с безусловной любовью, но важность вот в чем. Вопросы, которые задают, как мне вернуть кого-то, как вернуть ушедшего, прошедшего, всегда имеют одинаковый ответ. Либо ты вот включил, и тогда ты в этой трансляции, и тогда ты можешь к себе кого-то притягивать. Либо ты не включил, то есть ты... подушки, плачешь, рыдаешь, там бьешься или там вспоминаешь прошлые дни. Все, это не работает ни при каких обстоятельствах. Включил, работает. И вот если вы транслируете, вас невозможно не влюбиться. То есть если назовем так, возьмем сразу, да, два варианта. Вы желаете кого-то вернуть, да, воскресить там отношения, еще что-то. Два варианта. Действительно это ваш человек, и это действительно не ваш человек. В первом варианте действительно это ваш человек. Что происходит? Вы безотносительно к этому человеку включаете вот это состояние, назовем так, включаем Фредди Меркьюри. Вы становитесь любовью. И вы можете, то есть вам вообще не нужно об этом человеке думать. Ну вообще ничего не надо. Вы можете закрыться там в доме, выключить телефон и все. Этот ваш человек очень быстро найдет, если это ваш человек. Потому что его поднимет, его будет колбасить, он будет идти по маршрутам, вы так или иначе будете с ним наталкиваться. То есть вам не нужно ничего искать, ничего предпринимать, никакие сигналы посылать, потому что сила, вы здесь начинаете соприкасаться с силой любви, с тем, что создает Вселенную. То есть, если эта штука создала вот эти все звезды галактики, то вашего Петю Васю, она в любом случае возьмет за шиворот и притянет там, где вы находитесь. Это без вариантов. Вообще без вариантов. Второй момент, да, тот случай, если Петя Вася, это просто было возвращение к этому коду любви, где вы плевали на колокольни,
и вы себе внушили, что только с этим человеком вам нравится плевать с колокольни, вы врубаете вот это же все самое. И это, допустим, на колокольне с вами был Петя. И вот этот Петя, значит, по-прежнему, где он был у себя, там он и сидит. Но вдруг в этот момент поднимают глубинные вибрации Васю, с которым у вас действительно настоящие, назовем так, вот это вот, вневременные связи. Они его поднимают и просто вытаскивают к вам. То есть так или иначе, но человек, если человек зациклен на том Пете, ну, на первом, да, там варианте, он зациклен, он будет игнорировать вот то, что перед ним, прямо перед глазами вот ходит. Просто он связан с прошлым, то, что не имеет силы, я говорил, да, он туда направляет энергию, и тогда все равно в любом случае вот это вы активируете Zemtec Фредди Меркьюри. Ну, кто-то, конечно, Фредди Крюгера активирует, да. То есть, да, в этом контексте как раз, да, вы, если вы держите вот эту активацию «Я любовь», по-любому к вам придет тот, кто вам сужен. Но в большинстве случаев человек говорит, ну, уже 15 минут побыл любовью, да, сколько же можно, вот это же вообще устал я, да, вот теперь я буду Фредди Крюгера, да, этому миру надо отомстить, потому что за 15 минут я вытягивал эту любовь, этого почему он, сволочь, не звонит, там не пишет. Все, вот это все ненавижу. Так извините, вот это вот ненавижу из точки сейчас блокирует все. До свидания. Если вот это непонятно, то я не знаю, как вас спасти, кроме как через очередной стресс там и так далее, чтобы это, но только это либо дошло, либо не дошло. Но как если это дошло, это будет очень-очень просто. О том, был ли счастлив Фредди Меркьюри, как он там лично жил, вообще плевать. Мы говорим о выходе, о трансляции, просто о трансляции любви. Это любой пример, любая рок-звезда. Я просто взял пример, как это очень ярко видно. Взрыв и пошло. То есть не надо долго там, скажем так, если я бы сказал, посмотрите, как Пугачева выступает, ну, вам долго пришлось бы ждать, пока она раскачалась к шестой песне. Ну, хотя она действительно хорошо там умела, но не об этом же речь. Теперь. Вот если вы меня слышали, услышали и поняли, прекратили создавать альтернативные варианты, и в этом моменте вы можете создать состояние «Я любовь», о чем я надрывался 21 день про выйти замуж, в частности, как это настраивать по дням прям. И вы сфокусированы, сегодня нам весело, а завтра будет, и какое оно будет завтра, да плевать, сегодня нам хорошо. Если вам нечего терять, да, особенно когда человек говорит, мне нужно там, я хочу вернуть любовь, тролливали, ну тебе же нечего терять, нечего. Так и ничего ты не потеряешь. Сфокусируйся вот здесь, вот в этой точке, усиль поток до такой степени, чтобы все альтернативные варианты просто начинали терять свою силу. И тогда вы действительно активируете другого человека, который втаскивается в этот поток. Здесь затронем еще небольшой аспект чего, да, что когда мы говорим такие термины, да, вот там суженый или там половинка, да, но вот не хочу я использовать эти термины. Потому что они уводят в сторону. Вначале я вот говорил, вот есть свитер с узором, да, это все будет про узор. Смотрите, мы все находимся вне времени. Человек, который был с вами суженным в прошлой жизни, он, возможно, сейчас ваш брат, сестра, мама, дедушка, дядя и так далее. Все вне времени. Возможно, тот, кто вам был врагом, теперь он у вас там любовник. Кто был любовником, стал врагом. То есть мы все равно вот в этом достаточно узком вибрационном кругу находимся. Так вот,
Если ваше состояние «я есть любовь» широкое, мощное, насыщенное, и что мы же говорим, да, непрерывно присутствует, непрерывно, а не 15 минут я полюблю, а потом буду проклинать вас всегда. Этот вебинар я посмотрела. Что, я вышла, да, я вот 15 минут посидела, я посмотрела на это небо, на эти звезды гребаные. Да, кота погладила вшивого. Все, не помогает вебинар. Не помогает. Пойду посмотрю заклятие. Куплю амулет, повешу. Вот, точно, сетка сказала, амулет работает. И все мужики от меня упадут, они меня полюбят. Все. А вот еще есть заклинание, там я сейчас его притяну вот этого Федора, да, и вот Федя, как он меня будет любить, да, потому что я его волосинку украл, а там же, и оно, пух, и Федя, ах, какая она королевна, боже ж ты мой. И вот это все ерунда, потому что если вы используете магию, а магию можно использовать, естественно, по направлению к определенному человеку, можно выборочно послать вот это вот состояние любви, выборочно к этому человеку, можно, да, можно. Но что вы сделаете? Вы момент кодировки своей любви усилите, этот человек к вам придет в этот момент, в эту кодировку очень сильно, он с вами побудет 15 минут, ну там день-два, не знаю сколько, а потом он будет недоумевать, что я вообще к этой козе поперся, нафига она мне надо. То есть человек, а у вас болезненное восприятие будет просто усилено. Поэтому мы не будем говорить вот эти там конкретно вот туда. Я же вам говорю, что либо вы включили это состояние день, два, три. Если вы еще смогли выйти вообще на понимание безусловной любви, там опять же вебинар «Любовь», который был в контексте бытия сознания блаженства. То есть как суть бытия, как вы понимаете, все хорошо, вот это вот, вот больше и больше занимаясь собой, восприятием, да, вы это расширяете. Или вот то, что мы на СТО недавно проходили, да, вот это состояние красоты присутствует, трансляция, и вы можете это расширять, 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 вы все равно человека, который вам вибрационно близок, так или не зная его, вы его просто все равно выталкиваете к себе. Повторюсь, вот те случаи, когда кто-то будет говорить, что он уже это делал, он уже там это, обратите внимание, вы к своей кодировке привязывались к прошлому и вот брали прошлое. Мы сейчас говорим только о движении, с чего я начинал, будущее втягивает. Вот почему я дал определение, любовь это процесс падение вверх, да, вот представьте себе прямо, и я хочу сейчас сказать, что этот термин не обязательно даже к людям использовать, да, это вообще, вот, не знаю, хотите вы машину, я люблю машины, да, хорошая машина, и вы падаете в любовь к машине, то есть вы просто знаете, что все хорошо, вас туда втаскивает, вот, буквально, оно само туда тянет. Пока вы не ищете каких-либо путей, как это реализовать. Как только пошли пути, все, вы начали отрывать куски от своего могущества. Как узнать, я себя обманываю своей радостью или действительно радуюсь? Ведь можно смеяться, чтобы не плакать, а можно радоваться, чтобы... Ну, как узнать, обманываю я себя радостью или действительно радуюсь? Но извините, если я беру воду и чувствую ее вкус, пью воду, да, чувствую, и говорю, смотри, вкусная вода. Я себя не обману вкусом, да, я вот его чувствую. То есть, соответственно, вы идете по улице, да, вам либо красиво, либо вы говорите, ну, я сделаю вид, что мне красиво. Вот это очень просто. То есть, и тогда вы не обманываетесь. То есть, если вас это затрудняет, то, опять же, притормозите до тех пор, пока вы не убедите, что вам вкусно, вам красиво, вы красивы, в конце концов. Притормозитесь. И не обманешь. Да. Молодцы.
Не хочу суженного, хочу расширенного. Молодец. Расширенный, да. Удлиненного, да, может еще. Барышня пишет. А мне вот в плане талии, так я так понимаю, суженный тоже нормально, правильно? Смотря какое место сужать, расширять и удлинять, да? Кому что, куда. Так. Обострять еще, кстати, можно. Чувство юмора. Теперь, смотрите. Дальше. О чем мы говорим? Когда человек не понимает вот это вот дао как процесс, что это зона любви, которая... Он обычно страдает. То есть он берет эту зону и связывает ее с человеком, ну, разовый контакт, или там несколько, там, или вот прошлое, да, он живет в этом, он отказывается расширяться для того, чтобы принять, послать и привлечь. Соответственно, вы осознаете, что вы источник своих ощущений, то есть вы создаете свою музыку, другой создает свою музыку. Там, где ваша музыка звучит достаточно красиво, вы входите в ту вселенную, буквально во вселенную, где находится тот человек, который действительно играет в унисон с вашей музыкой. Когда вы это понимаете, да, тогда вы уже действительно на любовь с большой буквы претендуете. Теперь, вот аспект, который я хочу подчеркнуть. То люди чаще всего, да, вот последний, да, все-таки под любовью, под всяким определением принимают очень многие определители не свои. То есть это есть и ожидания от других. То есть как другие об этом подумают, как они посмотрят. Есть какие-то ваши примирения к своим целям. Вот я там, у меня цель такая-то, а он не тот, он не сюда, он не туда. Есть какие-то моральные вещи, да, там. Обычаи, там, национальность не подходит, еще что-то. То есть какие-то штуки, которые не являются вами. И вот только себя чаще всего человек не слышит. Здесь я хочу привести такой пример, знаете, когда обычно человек не слышит запах своего тела. Ну, необычно, никто не слышит. Ну, кроме там экстремальных ситуаций. И вот, ну, как его можно услышать? Ну, можно его, в принципе, услышать. Вот логика, это я сейчас еще даю такой контекст, как понять, кто я. И почувствовать свои вибрации. Смотрите, вот представьте себе, да, вот это расширенное понимание. Вы хотите услышать запах своего тела. То есть вам нужно какое-то внимание к внешнему миру. То есть вы говорите, вот это тело, я сейчас должен от него как-то абстрагироваться и побыть во внешнем мире, зная, что есть там тело. То есть вы, назовем так, вдыхаете запахи внешнего мира, целенаправленно, зная, что это внешний мир. Потом от них закрываетесь и обращаете внимание на себя. И тогда вы услышите свой запах, вот на контрасте. Но вы уже тогда, оба, ух ты, вот это мой запах, да. И вот, ну он потом, естественно, вы с ним сольетесь, но вибрационно то же самое. Когда вы смотрите на внешний мир и говорите, о, смотри, это чужие, вообще не мои ожидания. Это цели, которые там навязаны, вот эти там вечно жить, или, там, не знаю, долго жить, умереть от одной пули, там, да, какие-то морали, там, да, там, разная религия у нас, там, или там, она негр, он, там, не знаю, китаец, там, вот это все, когда вы отсекаете, да, а это я остается. То есть вы это изучили, остается ваша часть, ваша вибрация, как я лично ощущаю. Вот вопрос был там, обманываю, не обманываю. Я себя вот ощущаю вот так вот, вне вот этих аспектов. Это другие вибрации, я их вижу со стороны, это мой запах, моя вибрация. И тогда, когда вы себя находите, вы себя уже не обманете. И вот здесь я картинку привел, это из хатха-йоги, Сурья Намаскар, это, так сказать, поклонение солнцу. То есть для тех, кто с йогой не знаком, просто считайте так, что некий человек вот в два слоя ползет, так вот там, тан 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 подпрыгал, потом сюда пошел к солнцу, он все идет, 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 идет. Но
Вообще, в целом, это означает, что человек вот здесь солнцем, здесь солнцем, здесь солнцем, здесь, и каждый раз он усиливает, 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 усиливает Сурья Намаскар, это вот поклонение, приветствие солнцу, усиливает вот это состояние, которое в чем-то есть состояние любви. Оно именно через Сурья Намаскар хорошо передается. И вот это все вторичность, каким образом двигаться, если вам это именно не нравится конкретно. Но вы идете по сценарию, но всегда, вот, назовем так, любовь, да, есть, 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 через любое ваше движение, действие, оно присутствует. И вы падаете. То есть тогда вот эта часть больше, больше, больше вибрационно расширяется, больше становится тем, и она становится постоянно вашей сутью, вашей сущностью. Вы воспринимаете это вообще без напряжения, как само собой. Теперь. Так, чего у нас в кадре? В кадре я. Это то, что я хотел рассказать. Что у нас с вопросами? Секс и любовь разные вибрации. Как тут вибрировать? Включают ли вибрации любви и сексуальную гармонию? В принципе, смотрите, секс и любовь. А любовь, да, и вот вы написали с маленькой буквы. И мы говорили про любовь с большой буквы. Любовь с большой буквы включает вообще все. И секс, и отсутствие секса, и все что угодно. И вот то, что мы говорим секс, это только какой-то из подразделов, и он связан с, назовем так, с физиологией там, тела. Соответственно, есть в данный момент связаны с этим химические, то есть клетки, да, клетки. Вы пропитываете клетки тоже любовью, да, другой человек пропитывается и так далее. Процесс внутриклеточный так же само разбивается вот на вибрационный, я имею в виду. Но это никак не является, как сказать, другой частью любви. Это просто один из подразделов, который может быть специально там активирован. Я просто не хочу сейчас далеко уходить, но вот, да, там чакра, да, аджна, вишудха, да, вот и любовь обычно как эмоциональная часть воспринимается, сексуальная, преобразованная через сватхистану, да, другая часть, как гормональная часть работает, тело работает. То есть та же самая вибрация, но здесь неправильно сказать вибрация, да. Суть, да, но преобразованная через химию тела. Вот так вот, скажем, перешло. Оно может переходить, не переходить, вы можете там перенаправлять это уже с точки зрения вообще не связывать это с любовью к человеку вообще. Но любовь, как вот та любовь, будет просто через тело проходить. Вот тогда она будет преобразовываться в секс без всякого понятия любви к человеку. Я здесь не хочу, опять же, саму тему смешивать. Почему я здесь хочу это подчеркнуть? Что все, что вас ведет к хорошо, это энергия любви с большой буквы. А дальше вы уже выделяете аспекты от самых высоких до частности. Так. Что у нас еще? Если что-то хочу, машину, стать экспертом своей ниши, как много слов любимого, я должна сначала звучать, как будто уже получила. Ощущение нельзя транслировать. Вот вы как формулируете, наверное, у вас так все и вот в созидании, да? Давайте упростим-то. Машину вы там хотите, этот. Вы представляете, ну я просто не хочу повторяться уже, сколько на других вебинарах это говорил. Если это поток равный текущий, и вы просто падаете, то есть эта тема для вас хорошо имеет значение. Тема – это хорошо. Что у меня там с машиной, которая материализует? Там вообще все замечательно. Вот. Что там с там, экспертом? Да? Замечательно с этой темой. Вот если вы это добиваетесь, а при этом постоянное состояние
кто я? Я любовь, это красота и так далее. Вот это все, что мы много на других вебинарах обсуждали, на СТО тренировали. Вот это все включается, и темы просто сами себя автоматически реализуют. Зачем телу такая странная физиология? Ну, не к месту вопрос. Ничего странного нету на самом деле. Хочу от вас услышать про понятие кармические отношения, родственные души и более интересуют бизнесовые племена. Да, естественно, кармические отношения ерунда полная, само собой, потому что никак вы не докажете. Как минимум существование времени вы не докажете, кроме как тын-тын-тын, а потом помер и все. А вне времени вы существуете вот здесь. И вы существуете, если это женщина, допустим, писала, вы существуете, не знаю, в 23 веке или 15, как ужасный черный негр, пускай будет насильник. Вы это же он. И месть за то, что вы сделали в будущем, за то, что вы сделали в прошлом, за то, что вы сделали сейчас, не накладывается. От вас идет как музыкальная волна вне времени во все стороны. И люди, которые вас окружают, играют соответствующие своей музыкальной партии, то же самое в разных местах. Вы всегда слышите отголоски об этого всего. Это то, что можно очень условно назвать, очень условно кармой, очень условно. Потому что во все стороны одинаково, вы ничего не можете искупить, потому что в будущем вы уже нахулиганили, и на вас это уже сейчас воздействует, если уж так говорить. И люди, которые там от вас страдали, здесь вы можете быть женатыми, повторюсь, там брат, сестра и так далее. Родственные души, мы, соответственно, все, чем все, кого вы физически касались в жизни, так или иначе к вам родственные души. Потому что у нас миллиарды на планете, но коснуться мы можем только там сотни людей. Это все где-то вот мы фокусируемся постоянно вокруг каких-то контекстных семей. Потому что что такое душа, у нее нет вообще края. То есть, давайте, чтобы эту тему, да, еще больше, глубже, еще раз, хотя я уже так много в последнее время говорил об этом. Вот вы, если вот назвать душой, да, и вот некий центр, а где вы заканчиваетесь? На самом деле, если вы будете себя как душу исследовать с точки зрения пространства, что глупо для... за пределами пространства. Просто глупо. Вы вот начали вибрацию исследовать и никогда не нашли ее конец. Вообще никогда. То есть вы прошли через всю структуру бытия, вообще всю. Все. Всех полностью существ перебрали, каждого муравья, каждый камушек. Нигде не нашли, где вот закончился конец. Поэтому мы всегда говорим о том, что вы, будучи, грубо говоря, в этой сети, да, вы сами себя сдвигаете в одну сторону, и у вас вот эти родственные души, родственные, стали более родственными. А потом сдвинулись в другую сторону, здесь другие стали более родственными. И никто не требует из вот этих вневременных структур, которых нет физического тела, пережениться и жить счастливо каких-то несчастных там 30, 40, 50 лет, потому что вы вообще вне времени находитесь, у вас бесконечность. Жениться навечно? Замуж выйти? Смешно? Хорошо. И то, что я уже сказал, если сейчас в этом, вот в этом сдвиге, в этом вибрационном отношении у вас есть какие-то приоритеты, и вы можете включить эту любовь, то те, кто близок к вашей орбите, или тот конкретный человек, который потенциально или максимально близок, он просто придет. Без всяких определителей. Как только вы будете определять, так все-таки это родственный или он не родственный, или он соседний, или это он там приперся вообще из другой галактики. Вот как только вы начинаете с этим, вот, с этими понятиями оперировать, вы просто перекрываете себе же канал, вот которым создали вот эту любовь.
Вибрация имеет отношение только к физическому миру. Хороший вопрос. На самом деле мы не находимся в физическом мире. Мы ощущаем сейчас физический мир, а находимся мы все равно в многомерности. И то, что мы сейчас ощущаем, мы здесь вот самим нахождением усиливаем вот эти качества. В многомерности вот нету момента созидания вот этого усиления. Иными словами, вы в физическом мире создаете сильную вибрацию, то есть сильные импульсы, которые в нефизическом восприятии оставляют след. То есть здесь мы, так сказать, следим. А потом это наблюдаем вне времени. Так, теперь я начинаю заканчивать. Что, есть ли еще вопросы по теме? Не всегда еще могу попасть в хорошо и ясно, куда двигаться. Мне кажется, вы слишком напрягаетесь. Само напряжение, как мне попасть в хорошо, уже вы уходите из... Давайте так, если вы можете прочувствовать расслабленность как критерий, да? Вот я сейчас расслаблен, да, или нет? Вот можете? То есть, когда вы ищете это хорошо, тогда первым делом мне нужно расслабиться. То есть, не в смысле там упасть, как амеба поваляться, а в смысле выдохнуть, да, вот. Выдох, вдох, не отстраниться чуть-чуть от того, что вы делали. И тогда это будет проще. То, что я назвал в режим гениальности на последних занятиях. Так. Если кто-то в жизни появляется, получается, я только смотрю на мне хорошо. То есть не о том речь. Хорошо или нехорошо с ним. Да, вы смотрите даже не то, что хорошо, нехорошо с ним. Вы просто заботитесь, чтобы вам было хорошо. С ним, не с ним. Если вам хорошо, то он, не он, сам по себе отпадет. То есть, если не он отпадет. Он вынужден будет отпасть, если вам хорошо, а он вам не соответствует. Это, кстати, всегда тема, знаете, вот когда человек особенно, назовем так, юный, да, и вот он боится ошибиться. Я сейчас женщина особенно, вот я боюсь с ним встречаться, а вдруг это не он. И вот тот человек не предпринимает ничего и вообще не думает даже. Он все думает, да, а вдруг не он, а вдруг он. Вот это вот не надо. Зачем? Встретитесь там, поешьте за его счет беляшек, запейте там кофе и домой к маме. Ну, главное, чтобы беляш был вкусный. Все. Мужик потом другой. Тот, кто на Макдональдс способен, сам нарисуется. Ну, какие у вас критерии к мужчинам. Так. Ну, я смотрю, все поняли. Кто не хотел понимать, тот не понял. Кому надо сказки про узоры, это понятно, в другое место. Все, что касается сопутствующей информации, где, как себя чувствовать, как создавать, как-то тренировать, я давал это на занятиях, и я никак это сейчас. Хотите с собой заниматься, пожалуйста, занятия доступны, вебинары другие доступны, открыты, пользуйтесь. За два слова вы сейчас все равно за три фразы ничего не воспримете. Либо вы собой целенаправленно занимаетесь, создаете, либо одно из двух. Рад был вас видеть, столько сердечек, столько намастешек. До скорых встреч. Чао.